Всем привет, друзья! И одно из ваших любимых видео – зыринг сувениров «Почем Вроцлав для народа». Я в курточке, потому что мы зачем-то нахолодили сильно кондиционером, когда на завтрак выходили. Ну ладно, это сейчас, думаю, первая часть, потому что у нас очень рано автобус ночью, и мы не успеем снять все вам, будем доснимать кусочки. То есть первая часть – реально сувениры, которую мы докупили здесь. И сейчас переводим камеру и начинаем. Ну, наверное, с бутылочки начинаем. Да, зашли, у нас рядом есть такое, как жабка, есть бедронка, называется, божья коровка, магазинчик, это стоит 6,50. Цитринка, ликерчик такой, сколько? 21 оборот. Наташа думала, наверное, здесь выпьет, но уже не успеваем. Дальше очень вкусный соус, я была в гостях у друзей, пробовала его, они привезли из Польши, действительно классный. Если макать сыр, вообще балдеж. Стоит 5,99, ну 6 злотых стоит. Тоже возьмем себе в Эмираты, побаловать себя там. Далее переходим к работке. Помните, Наташа смотрела и на блошином рынке нашла себе в Кракове. И я показывала в кусочках Киева, как Наташа просто классно вяжет. Это вот, сейчас давайте открою, потому что у нас такие комменты были, такие вот все вот у нас подписчицы прямо увлекаются этим. Вот это мы купили за 9,90. Ну, тут все схемы есть, вот такой вот. Наташа выбирала из двух журналов, вот, выбрала этот. Очень была довольна, ну, 10 злотых стоит. Вот. Дальше магнитики, спускаемся вниз, это Наташин подарок, Наташа купила себе. Такой смешной магнитик, гном написано Energy, да? Энергично, спрытно. Спрытно. И сестре подарок, правда, имени Полина не было, мы взяли Паулина. Вот, тут другой гномик, а что здесь? Працювита. Это точно. Про цивита, то есть как работать люди. А вот тут обман. Не про меня точно. Так, дальше. А ну, Наташ, расскажи, по-моему, гномика Венделя мы видели. Вендель это кто? А, так этот Вендель же, он, по-моему, на Магдалине. Да, Марии Магдалине. Ну, его точно мы видели вот этого вот, как это, с сердечками, в рот словик. А который вот тащит этот круг Сузутки или как? Пожарник. Пожарки? Да. Так с мороженкой мы ж видели. С мороженкой вчера видели. Видели буквально. Вот здесь вот ты фоткалась возле этого гномика. Да. И с алебардой, по-моему, тоже мы видели, который слева крайне. То есть я выбрала себе такой магнит за 15 злотых. Кстати, мы не огласили, твои магниты сколько стоили? 10. По 10, я помню, да. Они 10. Типа на деревяшке или нет? А, нет, тоже такие. Ну, магнитики, помните, мы смотрели домики, и гномиков уже, ладно, решили такие взять. Потому что 10 баксов за магнит, конечно, это дорого. А вот наши гномы. Я себе взяла целых 3 с клевером. Мы его не нашли еще. Трубочистика. Я подумала, что так счастью гном трубочист. И вот такого спящего. Наташа взяла себе спящего. И я взяла себе тоже. Потому что мы его видели. Это у него что тут? А, вот да, стоят же эти. Ботиночки стоят. Они по 15, но когда берешь 3, один в подарок. Ну, то есть один гном стоит 15, а 4 нам 45 обошлись. Ну, прикольно. Давай букетик покажем. Это Наташа взяла такой красивый букет. Пройдись просто по каждому цветочку. Это был праздник. Что-то Успение Девы до Марии и войска польского. Ну это какие мы, этот? Как спас мы еще, показывали. Да? Мы были возле церкви, туда, куда мы хотели взобраться. Вид Иоанна Святого, вид с этого костела. И купили там за 10 злотых. Очень красиво. Наташа хочет довести его в Эмираты. Сейчас, подожди, стойте. Покажу вам бутылочку. Вот сюда вот, наверное, мы его положим и тут закроем. Бутылка уже высохла и довезем как-то этот гербарий. Даже говорит, будет стоять, будет приятно, будет классно. Ну да, если довезем, ну надеюсь. Что-то еще пахнет, вот это, конечно, не знаю. Вот это, наверное, может и не надо. Ну ладно, разберемся. Дальше снова давай вверх алкоголочка. Наташа очень мечтала просто маленькую бутылочку Контро найти. Не нашли ни в Киеве, нигде. Нашли здесь 21 злотая, ну просто с кофейком, приятно утром. И слева находятся шоты, помните, мы пили с вами шоты, пробовали Гуарана Энергия. Ух, как оно классно бодрит и обжигает горло. Ну, такой хороший шот в дорогу, 100 мл стоит 5 злотых. Дальше переводим на наш косметическую, вот такие кремы от прыщей, кстати, когда быстро замазал, он у тебя сразу и прошло. Были такие кремы, и Клеросил, или Джонсон и Джонсон, что-то они поисчезали, даже мы так долго в Эмиратах заказывали на Херби, а потом даже в Украине не нашли. Поэтому такую прикольную штучку взяли, пусть будет. Это стоит 12 злотых. Дальше Наташа взяла себе карандаш.
Это для бровей эвелиновский, очень тоненький. Похож, имитирует Анастасия Беверли-Хиллз, кто знает. Для моих бровей шикарно, поскольку, ну, если не густые, не плотные, там, не широкие брови, вообще идеальный. В оттенке тауп, да, тауп, по-моему. Стоит 14 злотых. Да, 14 злотых. У нас тоже в Киеве он не есть, но я еще взяла себе про запас, они классные. Если широкие такие соболиные брови, то он будет быстро уходить просто-напросто. А так он классный, тоненький, не ломается, мне понравился. Да, так, еще как это? Их называете? Спонжики. Я их называю яйца. Да, они есть яйца, они так и назывались. 15 злотых. А что ты смеешься? Они такие есть. А, да? Да. Давай твои яйца. Ну, это я маленькие, для всяких там мелких участков под глазами, там вот такое вот. Так, а это что я взяла? А, 8 это стоит 1... 16 злотых. Какое? Ну, вот это вот, 8 в 1. А это сколько? Ты сказала, 15. Да? Это 15, это 16. Тоже это у нас наверняка есть, просто я тут захотелось. Это для ресниц, для роста, там, для укрепления, ля-ля-ля-ля-ля. 8 в одном. Надо еще попробовать, но я помню один раз, когда я училась макияжу, я одной девочке накрасила сначала вот этой штукой, она беловатая, такая белесая, но при этом не склеивает ресницы, а после нанесла тушь. Боже, там такая красота была. Эта девушка, причем тушь была этой девушки. И она говорит: а чем ты мне это, ресницы накрасила? Я говорю: да твоей тушью вместе вот с этой штукой. А, и вот эта вот, кстати, тоже штука, это была ее, белая. Она говорит: да не, не может быть. Я говорю: а что ты не пользуешься? От Натальи их рекомендую. Да, мне нравится это. Вот. И последняя футболка, которая даже так зафукала, лавандового цвета. Я, кстати, хотела вести видео в ней, но холодно. Вот. Разложи ее. 28. Мне она нравится. Она немножко оверсайз, прикольная. Классный цвет. Что написано хоть? Я маме написала, она говорит, лавандовое это название футболки или цвет? Urban Show Essential Jack and Jones или что-то? Ага. А там внизу, ну и какой-то, а, года, год, да? Да, вот. Это стоит, сколько она, $7 или 28 злотых. Так что вот такие у нас пока покупки. Ну, покупки еще будут. Ты уверена? Ну, думаю, да? Мы колбасу купим. Колбасу купим? Колбаску очень много Эмирата привезти. Вот что купим, покажем. Ну, такое основное мы сейчас сделали, потому что это уже будем запаковывать. Автобус у нас ночью в 2:45 ночи в Краков. А летим мивизером, будет весело. Кстати, народ, лайфхак. Если вы знаете лайфхаки, пишите. Как довести стекло, чтобы не разбилось? Берем носочки. Вот так вот заворачиваем. Я думаю, потом еще футболку заверну. Один носочек. Одеваем второй носочек. И бутылочка в чемодане более-менее. Оп, папа гномик, смотрите. Бутылочка гномик. Ставьте лайки, пишите комменты. Сейчас футболку еще заверну. И точно, надеюсь, она не разобьется. Все. Куколка. Ну вот и вторая часть марлезонского балета. Наталка в такой чудесной, в таком чудесном уголочке. Столик, лампа, вообще эта вот стена, все чудесно, классно. Уже сходили, скупились еще и будем заканчивать видео вот этими вот нашими покупками. Так, ну конечно же обращаем внимание, супер классные шлепки. Снова Венеция, стоит 199. Так, дальше папочка, сейчас Наташа посмотрит, 99. 4 доллара, считайте, Наташа такую увидела папку, ну, обычную, сейчас вам покажу ее. Опа. Вот панды, 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 вот панды, классную такую папочку прикольную за доллар. Так, пенка у нас для волос, да, пенка стоит 24, а крем для рук такой чудесный, вкусный, даже Наташа там сразу и намазала, 10 стоит. Да, Эвелин очень приятный, не такой, не жирный. И дальше, конечно же, кабаноси, помним кабаноси, да, дробовая это птица, это очень вкусные, не светлые, и свиная вепржуве, я не помню, сколько это стоит, Наташа. Фу. Где-то 13. Огласите весь список, пожалуйста, да? Ставьте Наташе лайк. 5,99. Не, 5,99 это маленькие, мы их с собой берем, мы их не пишем. Подожди, а что же 9,99? А 9,99, может, эти вот. У нас и другие варианты вепржевых. Кабанос. Это кабаносы, это кабанос. 9,70 что-то есть. Нет, тут 157 грамм. Так что ж такое? Что-то, а, нет, 300 грамм, все правильно. 300 грамм, 9,70. 9,70, вот это вот кабаносы такие вот. Потом есть за 12,94. Да, кабаносы. Это вот за 12,94. А, я думаю, что вот это делать для бедронки, вот это вот синий. Мы это были в бедронке. А это если в Карифоре, и в Жабке эти вот кабаносы. Ну, вот эти мы рекомендуем, эти вот особенно вкусные.
Из птицы, как ни странно. В прошлый раз нам из свиньи не очень понравилось. Ну, она из птицы тяжелая, понравились. Для желудка мне тяжелая. Ну, кстати, поляки берут вот именно вот эту. Вот эту вот? Нет, нет, рыжую. Вот эту. Вот эту, да? Угу. Так что при мне двое закупились взяли, уже. Вот сейчас будем паковаться. Чемоданчик Наташи. Не, ну хлебчик. Да, ну, хлебчик мы с собой с забираем. Булочки с маком купили. Запрещенку. Показала. Она вот там. Где? Ладно, Наташа уже вон. Булочка стоит сколько? Два злотых где-то булочка с маком в дорогу. По-моему, да. А рогалик злотый. Вот рогалик мы не знаем, с чем он. Без ничего, похоже, просто. Нет, булочка 89. 89 злотых. 89 злотых. Это копеечек. Ага. Гроши. Гроши, да, 86 штук. И рогалик что-то у вас. 89. Так что будем сейчас, ладно, уж покажу вам просто уже без цены, что я купила. Сейчас покушаю такую вермишельку. Наташа салатик, вот кабан эти маленькие и ветчинка с чиабатой. Вот чиабату купили. Так что вот такие у нас почем Вроцлав для народа. Вроцлав город прекрасный, интересный, сказочный. Сейчас еще подсчитаю. Да. Да, огласим мы все суммы. Еще, да? Наташа вам, да, уже, ну на вокзале уже огласишь, что там уже. Сядешь, можем записать. Я подумаю, у меня в принципе все готово. Ну, практически. Сейчас мне нужно еще немножко. Ну, дадим Наталье время. Пока потанцуем, да. Итак, финальная финалочка. Наталья, объявляйте. Бухгалтерия сведена. Значит, потратили мы во Вроцлаве 1256 злотых. Из этого, значит, всего еда составила 46%. Много ели. Как обычно. Сувениры 33%, экскурсия 18% и чаевые 2%. Ну, на проезд я не считаю, там вообще как бы, ну, так. Ну, скажем так, действительно, многое вкусно ели, видео вы видели, ходили, посещали экскурсии, какие только могли, вы видели входы в основном 15-20 злотых, это недорого, сувениры не дешевые, прям так скажем, это мы еще не купили домики за 10 долларов, которые показывали. Ну, сувениры, это и крем для рук. Да, то есть мы тапочки, то, что вам показали здесь, вот мы все посчитали. Тапочки тоже как бы сувенир. Ну, на наши покупки. Ну, так что, скажем так, Вроцлав очень классный город. Очень поразил, вообще, ну, красивый, необычный. Ну, вот 3 дня, мы с тобой как раз говорили, вот 3 дня, вот, ну, нормально, в принципе. 3 полных дня. 3 полных дня. Мы же приехали, мы его не считали, только в отеле сняли. Вот 3 полных дня мы были. Все эти видео, кроме отеля, где мы сейчас находимся, мы сняли за 3 дня. Опять-таки, в первый день мы повторили рекорд, 13 видео сняли, рекорд Кракова. 13 видео в день, народ, 13 видео, поставьте лайк, пожалуйста. Вот, так что, как я уже говорила, это наши воспоминания и ваши впечатления. Все, ставьте лайки, пишите комменты. Вот такой у нас почем Вроцлав для народа. Так, Наташа у меня в руке. У меня в руке. Да? Да, почти. А ты?